Космическая премьера. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Это послание, предупреждение и напоминание уцелевших джедаев. Я думал, Империя уничтожила джедаев. Далеко не всех. Всем бойцам сосредоточить огонь на джедаев! Нет! Фантом-2, мальчишку на бок! Чоппер, координаты есть? Что он сказал? Сказал привет, киберпространство. Предлагаю тебе выбор. Можешь оставить световой меч себе и пойти с нами, со мной, и познать пути силы. Отныне я буду учить тебя. Давай, сделай что-нибудь. Удиви меня. Приведи силу. Пять. Четыре. Так, со мной нельзя. Внимание. Это ловушка. Надо бежать отсюда. Два. Один. В следующий раз, когда они сделают ход, мы будем наготове и затушим искру, упредив пожар. Новая история легендарной саги Джорджа Лукаса. Верь в это и в нас. Этого не покажут в кинотеатрах. «Звездные войны. Повстанцы». 30 января. Только на канале Disney. Да пребудет с вами сила всегда.